в этом сезоне это такой дебютная идея, когда одна компания, являющаяся не только нашим спонсором, но и владельцем, я говорю, Норильском Никеле, является спонсором одной игры. Мы, наверное, в первую очередь хотели отметить тот вклад, который, то внимание, которое Норильский Никель оказывает баскетбольному клубу ЦСКА много лет, и за что мы очень благодарны и признательны. И все прекрасно знают, что если бы не Норильский Никель, баскетбольного клуба ЦСКА в нынешнем виде, в виде топ-команды, я уверен, бы просто не было. Ничего сверхъестественного в этом спонсорском матче нет, но люди теперь знают, что Норильский Никель именно то предприятие, которое поддерживает эту команду. А самая главная цель – это больше болельщиков, российских болельщиков на трибуны ЦСКА. Ну, это такая летняя традиционная болельческая игра, обсуждение слухов и вероятности перехода того или иного игрока в состав ЦСКА. И мы этим летом впервые решили придать этому обсуждению такой характер неформального чемпионата. Вот сегодня подвели итоги, вышли 8 человек, которые лучше всех разобрались в летней трансферно-селекционной истории. И получили небольшие призы. Прекрасно! Спасибо большое! We were 3 points down. We knew that we had to make a three-point. They also knew that they had to make fouls and not letting us shooting threes. And you know, I get the opportunity. I was lucky and I made the three. Play a good great team like they are, it's always something to be motivated. They are the champions from last year, so you know, for us was a big game. We had the first 14-15 minutes of the game that we couldn't handle the way that we wanted, and after that we fought during the whole game, and at the end, in the last second, in the overtime, we lost. Это была большая битва, это был большой матч. Наверное, если бы мы еще и выиграли, вот так все эти красивости, выиграли, было бы вообще замечательно, была бы такая хорошая вишенка на торте, но показали характер, бились. Спасибо залу, спасибо всем, кто за нас болел сегодня, потому что обстановка и поддержка была просто сумасшедшая, невероятная.